Красота, на мой взгляд, это вообще внутреннее состояние человека, то, к чему, как мы относимся. Потому что люди бывают в плохом настроении, они уже будут некрасивые. Если человек в хорошем расположении духа, это не имеет значения, что он имеет, какие материальные возможности, в какой он сфере находится, шоу-бизнеса, индустрии красоты, модельного бизнеса и так далее. То есть все должно быть гармонично, от внутреннего состояния до всего окружения. И если человек может себе позволить что-то большее, то, конечно же, слава богу, да, что может пойти себе что-то купить дополнительное, обустроить себе интерьер, жилье, пойти в салон красоты и так далее, да, отдыхать на лучших курортах. Если нет, то можно то, чем есть, скажем так, той возможностью, которая есть, пользоваться и при этом тоже ощущать полную гармонию. Гармония и есть красота, я думаю.